спонсор прогноза погоды – торговая марка «Помпа». В среду в Самарской области пасмурно и облачно, осадки в виде снега и дождя. Потеплеет, температура воздуха днем плюс 2, плюс 4 градуса, ночью 0, плюс 1. Ветер южный, юго-восточный 4-6 метров в секунду. В Сызрани на небе тучи, пройдут снег и дождь, в дневное время плюс 2, ночью 0 градусов и сильный снег. Ветер южный, скорость 5 метров в секунду. В Тольятти пасмурно, в течение дня дождь, днем 3 с плюсом, ночью плюс 1 градус. Южный ветер 5 метров в секунду. В Самаре пасмурно, осадки в виде дождя, днем плюс 3 градуса, ночью нулевая температура и снег. Ветер южный 4 метра в секунду, атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 77%, в геомагнитном поле небольшие возмущения. Прогноз погоды предоставлен погодным порталом kismeteo.ru.